Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале чемпионов обладатель Кубка России от Викинг-Тим. И сегодня у нас в гостях новое удилище Кевлар. Недавно попало нам в руки, мы провели уже несколько соревнований с ним. Очень универсальная палка. И в этом обзоре я расскажу, какие у нее преимущества и что меня так заинтересовало в этом удилище. У данного удилища очень комфортная ручка, то есть если обратить внимание на ее поверхность, она представляет собой определенную пупыристую составляющую, что позволяет в дождливую погоду уверенно держать в руке бланк, и при силовых дальних забросах она у вас не будет соскальзывать с рук. Также интересная достаточно картушка-держатель. Вот. Компания говорит, что он энергоэффективный, помогает как бы при забросе и очень комфортно ложится в руку, такой, как бы, с виду крепкий, надежный. Вот уже несколько турниров и тренировочных сессий мы на нем провели, никаких нареканий нету. Размеченное удилище под маркер с отметками по 10 сантиметров нанесенными. То есть палка универсальная, вы можете ее и как маркер использовать, маркер спот и как рабочее удилище. Вот сейчас конкретно данный момент мы будем тестировать ее в качестве спода и посмотрим, на что способен данный бланк. Что касается колец, первое кольцо идет 50-е. Вообще вся фурнитура это не копия, а такая идентичная, одинаковая с гарнитурой Фокса, наверное, одной из самых надежных, которая есть вообще в карповых удилищах. Расстановка колец была изменена относительно предыдущей версии. Вот, на мой взгляд, предыдущая версия она была не столь удачной. Сейчас вот, с помощью спортсменов профессиональных, кто занимается профессионально кастингом российских, была грамотно поставлена расстановка колец, и бланк значительно приобрел как гибкости, так и эффективности в плане заброса. То есть он и на вылаживании стал мягче, что в принципе очень сильно ощущается даже на небольшой рыбе, нивелирует, скажем так, огрехи в вываживании, вот, до известной степени. Ну и при забросе это тоже привело к улучшению результата. Бланк работает, начиная практически от катушки держателя, заканчивая кончиком удилища. Покрыт он кевларовой пленкой. Насколько я понимаю, это пленка. Ну, как ее функционал заключается в следующем. При забросе бланк имеет определенную энергию, которую вы туда вкладываете, чтобы удилище быстрее восстановилось и не было вот такого как колебательного движения, когда удилище проваливается и медленно восстанавливается. Как раз таки кевларовая основа, она делает удилище с одной стороны прочнее и помогает эту энергию погасить, быстрее палка восстанавливается после заброса. Сейчас мы уже перейдем от слов к делу и потестируем наш бланк. Ладно, загружаем мы наш спомб. То есть можно работать как большим спомбом, удилище не боится нагрузок, так и мидиком. Но я на дальней дистанции предпочитаю хорошо утрамбованный спомб мидия. Наша прикормка достаточно тяжелая, достаточно влажная. Вот. Просто исходя из своих физических параметров, чтобы не травмироваться, я предпочитаю эти дистанции кормить или мидиком. Вот некоторые используют MIDI-X. Ну, тут уже как бы индивидуально надо подбирать под свои физические способности. Я предпочитаю мидик, то есть не теряется у меня лично стартовая резкость. И его веса вполне хватает, чтобы пробить, допустим, боковой ветер или фронтальный. Поэтому я предпочитаю использовать такие спомбы мидия на дальние и сверхдальние дистанции. Заклипсовали мы наше удилище на 175 метров. Уверенно удилище справлялось с дистанциями 150, 160, 165 метров. Поэтому решили мы опробовать ее на тех дистанциях, на которые раньше не забрасывали. Вот сейчас будем тестировать
посмотрим, что из этого получится. Запас у бланка, безусловно, большой, то есть можно смело, конечно, его и грузить гораздо сильнее. И, в принципе, я думаю, что как такового потолка удилища нету, то есть тут вопрос только в физических параметрах спортсмена. То есть большое количество забросов мы проводили на соревнованиях последних. Много работали на дальней дистанции, и в плане соотношения энергоэффективности и дальности забросов, наверное, одно из самых значительных. Ну, 180 метров. Не покорилась нам дистанция, несколько попыток было, то есть всегда с помп не долетает несколько метров, но 175 уверенно идет в актив этого удилища и нашей команды, поэтому хорошая палка, советую всем присмотреться, кто рассматривает карповое удилище, именно для спортивного карпфишинга, для дальних дистанций, однозначно очень хорошее удилище. По всем параметрам, начиная от легкости, эффективности, надежности, и цена тоже достаточно по нынешним временам приемлема в сравнении с другими карповыми палками идентичных параметров. Дорогие друзья, провели мы сегодня прекрасный солнечный теплолетний день на воде вместе с новым нашим удилищем, которое мы используем в качестве спода и в качестве рабочих удилищ. Очень понравилось оно, покорилась дистанция 175 метров, уверенно в клипсу было. Думаю, что в дальнейшем будем заниматься и укреплять свои физические параметры, и удилище будет... Заброс будет расти вместе с этими характеристиками, потому что действительно тест у палки такой значительно серьезный, то есть можно смело грузить гораздо сильнее и мощнее кидать, поэтому я думаю, что нет предела. Поэтому кто рассматривает удилища для спортивного карпфишинга, для работы на дальних, сверхдальних дистанциях, советую рассмотреть кевлар. Действительно, палка очень приятная, ложится в руку и показывает отличные результаты. Поэтому однозначно пополнит наш, уже точнее пополнила наш арсенал. По прошествии сезона, как она себя показала, я напишу отдельно. Ну, дорогие друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, пожалуйста, и напишите в комментариях, какие удилища или, может быть, что-то другое вы хотели бы, чтобы мы протестировали и сказали свое мнение на их счет. Всем пока!